В городе Осинники Кемеровской области местный житель привел в квартиру многоэтажного дома белого коня. Кадры, сделанные на камеру видеонаблюдения, распространились в сети. На записи видно, как мужчина с конем заходит в подъезд и пытается оседлать его, однако ему не удается это сделать. По словам соседей, герой ролика хотел завести животное в квартиру, но его не пустила жена. А свидетелями бурной семейной ссоры стали жители дома. На запись, опубликованную в сети, наткнулись полицейские и организовали проверку. Устроившим переполох в подъезде оказался 33-летний местный житель, работающий на ферме в поселке Красная Орловка. Гражданин пояснил, что накануне ночью он заметил белую лошадь и решил ее показать семье. В итоге на задержанного составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».